Но часть торговых точек на рынках в эти дни не работала далеко не из-за Эммы с Даниэлой. Все дело в том, что определенное число индивидуальных предпринимателей, в основном занимающихся продажей одежды и обуви, так и не смирилось, во всяком случае пока, с требованиями указа номер 222, который по нормативам Таможенного союза предписывает торговать только при наличии сертификата и сопроводительных документов. Это при том, что время ЧЕ, которое поставило несертифицированный товар вне закона, переносилось уже несколько раз. В прошлых контурах свое мнение на этот счет высказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, уверявший, что точка невозврата пройдена. Тем не менее, некоторые до сих пор надеялись на знаменитая «Росская авось». Однако после того, как на уходящей неделе на острую тему высказался президент, пожалуй, можно говорить о том, что точка поставлена. Игорь Тур. Утраченные иллюзии одних и логика других. Свой бизнес Тамара Богачева свернула несколько лет назад, когда правила игры для предпринимателей только начали меняться. Решила, в новых условиях работать не сможет. Нет того задора, с которым начинала свое дело 20 лет назад. Но уже экс-бизнесвумен хватку не теряет, возглавляя региональный союз предпринимателей. Вот они, видишь, только кто из них вышел. Имеет документы, вот комната. Значит, у них есть белорусский товар. На этом рынке в 90-е, по сути, начиналась торговля в Молодечно. Сейчас почти все павильоны закрыты, то ли временно, то ли навсегда. Причина – запрет плательщикам единого налога реализовывать с 1 января остатки товара, ввезенного в Беларусь без документов. Рынки моментально опустели. Не намного лучше ситуация в крупнейшем торговом центре города. Причем Тамара Богачева уверена, работать прозрачно и соблюдать все нормы 222 указа можно. Но пока переход на легализацию – определенный риск для предпринимателя. Разработчики предписали нам в указе московские документы и все формы. И люди это соблюдали и везли оттуда. Но когда началась конфискация товаров с Полоцкого дела, им Минских, тогда люди сразу прекратили и стали бояться. Разработчики указа должны презумпции невиновности дать людям, чтобы мы не могли отвечать за документы другой страны. Во многом именно с подачи Тамары Богачевой предпринимателям страны дали возможность продать остатки товара, ввезенного без документов. Они еще теплят надежду на то, что они не останутся без работы. Поэтапно может чуть-чуть увеличить и дать предпринимателям самим уйти и выбрать свою дорогу в последующий этап. Если это не катастрофа, здесь разные люди, ну, давайте до конца года определим принципы, вот эти налоги в рассрочку в 3 этапа, допустим, до июля, до сентября и до конца года, ну, потеряем. Василий Станиславович, мы там 300 миллиардов. Ну, черт с ними уже. На совещании у президента весной прошлого года собрались чиновники, представители крупного бизнеса и те самые единщики, которым торговать без документов запретили еще с 1 марта 2015-го. Предприниматели просили об отсрочке на продажу товара, который уже ввезли без документов. Впрочем, воспользовались этим шансом далеко не все, и это было заметно. Одни снижали стоимость, чтобы остатки продать, другие цены не отпускали, вероятно, надеясь, что время ЧЕ еще раз перенесут. С боем курантов ИПшники активизировались. В прессе стали появляться заявления о том, что бизнес не может работать. Интернет запестрел фотографиями полупустых рынков. В итоге около 1500 индивидуальных предпринимателей-единщиков объединились и выдвинули резолюцию об отмене известного указа. Просьбой о каком-то моратории на время поиска другого решения это не выглядело. Скорее наоборот, даешь старую схему, то есть торговлю без документов. Некоторые требования с трибуны и вовсе звучали как издевка. Снизить ставки налогов до того времени, пока зарплата в стране не достигнет $1000. В конце концов о том, что, мягко говоря, торговцы перебрали регламент, им напомнил президент. С 1 января закончился их медовые годы, их закончились, и надо работать в равных условиях. Соответствующими документами. И надо им понимать, что сертификация продукции, на которую мы пошли, это еще первый шаг. Есть товар, все сопроводительные документы должны быть. Мы должны прозрачно торговать.
И хватит вокруг этого какие-то козни устраивать. Остальные пункты изучает правительственная рабочая группа, но посыл очевиден – отката к старому не будет. Единый налог, который позволяет работать по фиксированной ставке вне зависимости от оборота и без документов, получая при этом прибыль в 100, 200 и больше процентов, вводился как норма временная. И время отменить эту льготу, именно льготу, настало. Но решено не все. В Минске и областных центрах ситуация не критична, ведь магазины и бутики продолжают работать. А вот в том же Молодечно в новом году демарш предпринимателей создал определенное неудобство. И чем дальше в глубинку, тем они ощутимее. Вилейка – типичный для Беларуси районный центр. Население чуть больше 20 тысяч человек. Основная жизнь кипит здесь, в центре, на площади Ленина. Все рядом. Дворец культуры, кинотеатр, совет депутатов и райисполком. В Вилейке все тихо, размеренно и спокойно. Не значит, что плохо. Просто не так, как в Минске или областных центрах. Точно так же и торговля в этом городе построена по-другому. Здесь граждане предпочитают покупать вещи на рынках по старинке. Но торговля в Вилейке в 2016 году, если не остановилась, то существенно замедлила свой рост. Около 80% ролетов на вилейском рынке закрыты. Конечно, некоторые продавцы решили пересидеть дома морозы и циклоны, но тех, кто подал в налоговую нулевую декларацию или вовсе написал заявление о прекращении деятельности, тоже немало. Все люди жалуются, говорят, а что мы без вас будем делать? Вот будет праздник 8 марта. Где мы что можем купить? Подарок какой-то, какую-то кофточку, блузочку. Альтернатива – торговый центр. Но в провинциальном городке на первый план выходит цена. Здесь у рынка конкурентов нет, ведь с каждой покупки можно было сэкономить 100-200 тысяч. Для местных жителей это деньги. Да и для наполнения районного бюджета предприниматели имеют значение. В районе до 10% поступлений у нас не будет, а это очень много. Нам сегодня эти деньги нужны для развития региона. В исполкоме уповают на то, что торговцы переориентируются на белорусские товары. И действительно, на свои места вышли те, кто работает с отечественными поставщиками, у которых проблем с документами нет. И если Татьяна Трубач на вилейском рынке пока предпочтение отдает товару зарубежному, то ее дочь Юлия, переехав в Молодечно, решила, выбирает белорусское. Работая с зарубежными партнерами, они не всегда к нам лояльно относятся и иногда не хотят принимать нашу позицию. С нашей белорусской фирмой я сотрудничаю достаточно давно, уже около 5 лет. И, вы знаете, там принимают любые наши пожелания. Белорусский товар сертифицирован по определению. Проблемы с документами из других стран. Чаще всего претензии предпринимателей к Москве. Впрочем, о том, что в России абсолютно невозможно получить сертификаты или купить сертифицированную продукцию, говорят те, кто не там ищет. Конечно, этот рынок остается проблемным и во многом серым. Но только в Москве работают десятки аккредитованных компаний, которые проводят исследования и выдают сертификаты, подтверждающие качество товара. Конечно, должен быть порядок. На рынке мы должны иметь какие-то гарантии, что мы потребляем соответствующую продукцию, продукцию определенного качества. Алексей Шалин знает, о чем говорит. Несколько лет назад он создал лабораторию буквально с нуля. Сегодня его специалисты могут проверить все, от нефти до трикотажа. Работают здесь и с белорусами. 3, максимум 5 дней, и любой товар разберут на молекулы. Если все в порядке, выдадут сертификат. Это не так сильно затратно, это будет зависеть от продукта. Если будет, например, канистра масла, это будет отобрана небольшая проба и испытана, это будет 2-3 тысячи, может быть, 1500 рублей. Если будет это единичный продукт, это не так дорого. Но сертификация, уверен Шалин, задача производителя. Именно он должен отвечать за качество и закладывать исследовательские издержки в стоимость продукта. Проблемы возникают в нелегальной цепочке «купи-продай». Когда на рынке попадает серый товар, администрация закрывает глаза на его реализацию. А предприниматели, это как раз чаще всего касается белорусов, соглашаются его перепродавать. По правде говоря, когда негативный фактор толпы не мешает конструктивному разговору, оказывается, что цивилизованно работать готовы практически все. И фактически демарш на рынках – это не столько недовольство указом тех, кто хочет и дальше челночить втихаря. Даже согласные на прозрачные отношения с государством предприниматели просто не знают, все ли в порядке с теми документами, которые у них на руках. Мы боимся, мы откроемся, где есть вероятность. Вот мой товар висит, вот он, по накладным, по документам. Где факт, что он действительно, эти документы. Прийти в налоговую и узнать, действительно ли эта фирма существует, это раз. Они это мне могут сказать, но они мне не могут сказать, торгует эта фирма зеленым горошком или платьями. Поэтому мы и стоим, потому что нет разъяснительной работы, никто не знает конкретно. На этой же бирке, какой там должен быть шрифт и что там должно быть написано. Конечно, презумпция невиновности в отношении ИПшников действует. Если белорусского продавца обманули, товар, даже если он будет изъят, вернут по суду. Но разбирательство может
может длиться не один месяц, и тогда шубы, изъятые в декабре, вернут только в марте. Правительственная рабочая группа уже обратилась в Верховный суд с предложением обобщить производство подобных дел, чтобы решения принимались хотя бы в течение недели, пока же на рынках немноголюдно. Хотя владельцы этих палаток знали, что с 1 января правила меняются и могли к этому подготовиться. Ведь в 2016-м запрещено продавать остатки, а ввозить товар без документов было нельзя целых полтора года. Просто некоторые под видом остатков продавали новое поступление и надеялись, что в очередной раз срок такой работы продлят. Не продлили. Государство вправе определять правила, обязанность бизнеса, большого или малого, по ним работать. Посыл президента о том, что торговля, в том числе на рынке, должна быть легальная, прозрачная и цивилизованная. Как вы считаете, он правильный или рынок должен быть вот таким, какой он и был вот последние 10-15 лет? Ну, знаете что, если честно говорить, конечно, от того времени мы уже отошли. Ну а рынки на то и рынки, чтобы не пустовать. Тот, кто захочет работать легально, преодолеет трудности и вернется. Вместо того, кто не захочет, придут новые предприимчивые люди. В отличие от своих предшественников, они не работали 20 лет на льготных и полупрозрачных условиях. Так что для них абсолютно легальное дело может стать и делом принципа, и делом жизни. И тогда полупустые рынки в Минске, Молодечной или Вилейке останутся лишь на исторических фотографиях. Вот только кому они будут интересны? Игорь Тур, Светлана Карульская, Александр Голобурда, «Контуры». Ну и вот буквально накануне в Госстандарте заверили, что минимизируют проверки на соответствие продукции Лекпрома требованиям техрегламента Таможенного союза хотя бы в первые полгода действия указа. А в Министерстве экономики подготовлен проект документа по снижению ответственности за нарушения.